туризм, спорт, молодежь, ну, связаны. Потому что молодым хочется двигаться. Вот сейчас усиленно обсуждают ситуацию с курсантами Ульяновского училища ДВФ. И в Перми. Вот в Перми молодежь поножовщина, эти станцевали не так. Это вот как раз сигнал, что не хватает форм досуга. Надо, чтобы молодежь могла двигаться и познавать мир именно в молодые годы хочется. На чем угодно. Автостопом, если есть на мотоцикле. Это вещь тоже очень важная, но не у всех была возможность в свое время в молодые годы приобрести мотоцикл. Мы даже велосипед с моторчиком не все имели, когда во дворе появлялся велосипед. Это было такое достижение. Вот видишь, у него родители смогли ему купить. Сейчас вообще вам нет таких велосипедов с моторчиком, потому что мопеды есть, мотоциклы. И двигаться. Конечно, если вот объехали, наверное, всю страну и почти полмира можно объехать. У нас тоже есть такой вариант, когда депутаты фракции ЛДПР, активисты, несколько раз уже объехали всю нашу страну, десятки тысяч километров, по-моему, дважды экватор, 44 тысячи километров экватор. Вот они, объезжая нашу страну, уже дважды обогнули. Это тоже своего рода рекорд, но это как бы юридическое лицо, политическая партия. Есть, когда вот Юрий Волков и его ребята сами на мотоцикле, это вот желание двигаться и желание, связанное с душой, так сказать, и сила, мощь, так сказать, все это хочется почувствовать под собой землю, познать ее. И вот если бы так бы мы могли всю молодежь мобилизовать, это туристические группы, спортивные, профориентации, тогда не было бы то, что случилось в Перми, в школе, а то, что в Ульяновске, вообще не понимаю, зачем это осуждать и обсуждать. Ребята в общежитии захотели потанцевать. Это как бы перебор у нас, желание скорее наказать. И отцы и дети, в 17 лет хочется другого, а не то, что в 50, 60, 70. Поэтому пусть ездят. Мотоциклов должно быть много. Наши мотоциклы, Урал и, по-моему, еще где у нас, Ижевск. А? Ижевск. Ну вот, они очень известны. И во всем мире, особенно с коляской, они мощные. Они, так сказать, везде проходимые. На сегодня КамАЗ наш идет, так сказать, и пересекал то Африку, когда там был маршрут Дакар-Париж, или сейчас по Латинской Америке. Это мужественные ребята, они постоянно на колесах познают мир. Нельзя познать мир, вот даже здесь высшая власть государственная. Это все равно за окном другой мир, за Московской кольцевой другой мир, 1000 километров на восток другой мир или на юг. Это надо знать все. Тогда будут правильные решения. Тогда не будут рушиться государства. Это непростая вещь, туризм. Это не просто поехали, посмотрели, сделали фотоснимки там или что, купили сувениры. Надо знать окружение. И по учебникам это нельзя. Вот мы сейчас обсуждали сегодня, как там мы назвали, этнокультурная компонента, что ли, чтобы изучали в школах. Это тоже не лучший вариант по учебникам изучать. Физика, да. А отношения между народами надо ехать и смотреть, как они живут и все остальное. Поэтому мы можем приветствовать открытие этой выставки, связанной вот с такой темой, как туризм. Это очень важно. Здесь есть спорт, повторяю, именно молодежь хочет это, участвовать в этом. Поэтому всем, наверное, интересно послушать Юрия Волкова. Я благодарен комитету нашему и членам комитета, которые дали добро на открытие выставки, организацию ее, так сказать. И вот возможность здесь услышать, как они у нас называются, -то? Ночные волки и байкеры или как? Вот байкеры. А что они по-русски назвали?
Русские мотоциклисты. А? Русские мотоциклисты. Русские мотоциклисты. Но мотоциклист тоже не по-русски. Почему? По-русски. Это когда, когда нас слушают, у них нету слова мотоцикл, байкер у них нету, криптовалюта. Получается, у нас только местоимение. Я, ты, он. Она вместе целая страна. Так что, пожалуйста, Василий, дальше ведите. Я хотел поприветствовать и сказать, что это очень важно. Что это не просто костер, посидеть у костра, палатка. Это узнать свою страну и весь мир. Пускай лучше в Сирию едут или в Ирак. Вавилон древний, все поехала молодежь. И мусульмане, и христиане. Они вместо Вавилонской башни начали друг друга стрелять, убивать. В Афганистане все в крови. В Перми поножовщина, так сказать. Где-то еще что-то делают. Власть виновата, мы депутаты, вот, и чиновники. Надо дать больше возможностей, чтобы все могли получить минимум удовольствия, узнать свою страну. Главное, знакомство будет там. Дальнее путешествие. Сколько вы? На месяц, наверное, уезжаете? Побольше. Еще больше, на видите? На год, на два. На год, на два? Это почти как срок. То есть давайте их поприветствуем. И я с удовольствием это вот несколько слов сказал, потому что это очень важно. И хорошо, что вот наш комитет к этой теме прикоснулся и дальше будет продолжать в том же духе. Это еще все. Каждая фотография – это такой отрезок моих воспоминаний. Это Ладья Русич с братьями Синельниковыми. Вот так, посередине, да. Вот. Что это? Ладья Русич, мы на ней шли путь Афанасия Никитина, стартовали с Ростова, шли в Индию. Это перевал в Джибути, ждали сопровождения. Вот там. Вот наша ладья. Да. Вот. Ждали сопровождения. И вот нам на сопровождение пришла... Вот Джибути, Северная Африка. Да. Сомали проход. Сомали. И нам предоставили адмирала Лещенко, который любезно сопроводил нас и обезопасил. А где мотоциклы? Здесь без мотоцикла. Без мотоцикла. Как путешествие? Давайте дальше. Здесь что? Это залив Черногории с горы. Ну, это было мотопаломничество, вот как раз Федерация мототуризма. Мы везли икону в приходы Черногории. Ну, наверное, теплый залив, да? Да? Мелкая вода и среди гор, тепло. Это что, Африка? Да. Как называется? Индия? Индия. Что это за растение? С растением не подскажу, очень понравилось. Это слоны, слоны. Да? А это трава, это слон. Да. Слон, видите? Живьем гуляют без привязи. Это на территории национального парка, но гуляет. Это вот этот твой мотоцикл? Да. Это вот как раз когда было кругосветное путешествие, это Танзания, недалеко от Килиманджаро. Подъем мы ехали, хотели на мотоциклах, но на мотоциклах, к сожалению, нас не пустили. В национальный парк пришлось оставлять мотоцикл. Это вот и есть гора Килиманджаро? Нет, это не гора, это предвестник. Да, предгорье. Поломки были? Так, здесь... Да, да, поломок очень страна много. Какая? Польша. Польша. А? Польша. Польша. Это было в преддверии 9 мая. Нет, другая история. Другая. Да. Мы посещали кладбище русских солдат. Первый мировой? Нет, второй. Второй. Так, здесь Куба. Здесь Куба? Да, со своими манящими пейзажами и красивыми автомобилями. Да. Жалко, было очень большое желание проехать всю Кубу на старинном автомобиле, но, к сожалению, там не предоставляют. Да, в аренду не дают. Да, дают только новые. Так, здесь что у нас? Ой. Это Нгора, Нгора, три льва. Африка. Да, перегородили дорогу. Вот, разгуливали, но на самом деле они вроде бесцельно так гуляли, но потом ихняя стратегия проявилась, они окружали вот тех антилоп. И потом в итоге, в общем-то, они позавтракали. Позавтракали. Да. Ты не остановил? Главное, что...
Я подумал об этом. Наши колбаску дали, они там покушали, долго не заходили. Долго не заходили. Нет, он уже сам боялся, как бы сам не попасть, самому не попасть. Это вот так деревья, группа, это вот у них как бы редко бывает, да? Ну, это Нгор, это низина, национальный парк, там фактически можно увидеть всю большую пятерку. Дальше давайте, это что такое? Тоже львы сидят? Это Индия, нет, это собаки такие. Три мартышки, очень понравилась картина, это в Индии, в Удайпуре дворец, и похоже просто, что ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу, я так ее и назвал. Да? Это что такое? Что справа, верблюд? Это тоже, буйвол. Это джип, сафари, это, да. Это туристический, это ходит турист. Да, это ЮАР. Обычное сафари, здесь, наверное, менее экстрима было. Вот, потому что здесь как туристов берут, отвозят. Но очень понравилось, как буйвол охраняет свою территорию. Температура плюс 30, 40? Плюс 30. Самое жаркое, где было, это было сюда. Сколько? Плюс 45. В Багдаде плюс 60 в августе. Поезжайте. В Багдаде не было. Из гостиницы выходишь, и горячий воздух. Бежать нужно в машину, кондиционер. То есть, далеко можно не летать. Вот Багдад, город Багдад. Та это что такое? Что за море? Это Красное море. Красное море. Необитаемый остров в Красном море. Это вот как раз ладья. Это проходим через Красное море в сторону как раз Джибути и дальше в сторону Индийского океана. Акулы? Видели? Не, видели, потому что мы рыбу ловили, чистили, и когда, ну, чистили, налетали, как чувствовали. То есть рыбку кушали прямо из моря, свежачок, да? Да. Ни в одном ресторане Москвы это не получил. Ты сделал ландыш? Да. Жив. Ребята, редко бывает. Все довольны, все. Спасибо большое.